Привет, друзья! Сегодня всеми любимое пюре. В общем, покажу, как готовлю я. Нарезаю картошку, всегда добавляю вот одну луковицу и пару лавровых листов. Воду также подсаливаем. Варим до готовности. Обжариваем сало. Добавляем лук. И еще до легкой румяности обжариваем. Картошку помяли. И добавляем сало с луком. И перемешиваем. Добавляем немного укропа. И вот такая вот вкусная пюрешка готова. Пишите комментарии, кто как готовит. Всем мира, добра, удачи. Пока.